В Воркуте с 26 октября по 3 ноября проходит ежегодная спартакиада северных городов «Заполярные игры». В ее рамках состоятся соревнования по 15 видам спорта – мини-футболу, плаванию, боксу, волейболу, греко-римской борьбе, гиревому спорту, художественной гимнастике, дзюдо, хоккею с шайбой, баскетболу, автомобильному спорту, пулевой стрельбе, карате, киокусинкай, тэквондо и шахматам. В некоторых видах спорта принимают участие и лабытнанские спортсмены, и уже есть первые результаты. Почти 80 человек команды из города Лабытнанги выступают. Мужская и юношеская мини-футбольные команды, боксеры. Уже завершили выступление тэквондисты, завоевавшие 13 медалей. 5 бронзовых, 6 серебряных, 2 золотых. Этот результат позволил им занять 5-е общекомандное место. На первом наши соседи Салихард. У дзюдоистов бронза, греко-римских борцов – серебро. По итогам двух дней соревнований третье общекомандное место завоевали 5 наших шахматистов. 2 золота в этот результат вложила Карина Строганова. Также третье командное место после двух дней у гиревиков. В активе у них золото, серебро и бронза. К сожалению, отменили соревнования по лыжным гонкам. В Заполярной Воркуте практически нет снега. О результатах боксеров и футболистов расскажем в следующем выпуске новостей.